В Ангарском округе более 400 жителей являются злостными нарушителями правил дорожного движения. Речь идет о водителях, имеющих более 10 штрафов ГИБДД. По данным Ангарского отдела судебных приставов, с начала года указанные автовладельцы суммарно накопили около 5000 исполнительных производств. Регулярно сотрудники проводят рейды с изъятием имущества, прежде всего автомобилей. Устанавливается автотранспортное средство, арестовывается, в последующем изымается, соответственно, и передается на реализацию. После реализации вырученные денежные средства будут перечислены в счет погашения задолженностей. По словам приставов, в большинстве случаев штрафы нарушители оплачивают сразу после ареста машины, а вот за несвоевременное погашение наказание грозит в двойном размере.